Власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан России еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости. Все путешественники из России должны иметь отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель в стране или документы, определяющие временное место проживания. Въезд в Грецию по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продевался. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше, чем за 48 часов до прибытия, авиакомпании проверяют его перед вылетом. Ранее эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. В этом году номинации были разделены на 5 категорий: устойчивое развитие, природа, приключения, культура и история и семейное путешествие. Греция вошла в категорию «Устойчивое развитие». Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.